Сиднее разработали технологию, которая способна обрабатывать большее количество транзакций за секунду, чем платежная система Visa. Исследователи Сиднейского университета заявили, что разрабатываемая технология Red Belly Blockchain способна обрабатывать свыше 660 тысяч транзакций за секунду, что в 10 раз превышает производительность платежной системы Visa. По словам руководителя исследовательской группы Винсента Граммели, за последние 3 месяца эффективность технологии превзошла все ожидания. Впервые о разрабатываемой технологии стало известно в июле этого года. Тогда исследователи планировали, что новый блокчейн будет способен обрабатывать 440 тысяч транзакций за секунду. Результаты подтверждают, что наш блокчейн достиг более высокой производительности, чем существующие технологии, используемые финансовыми институтами, включая Visa, констатирует Граммели. Следующая цель – сделать Red Belly блокчейн доступным для всех пользователей интернета. Отметим, что технология уже протестирована в 14 странах, включая США, Великобританию, Германию, Бразилию и Японию.